Когда вы будете знакомить своего ребенка с овощными культурами, загадайте ему загадку про те плоды, которые он сможет увидеть. Дом зеленый, тесноват, узкий, длинный, гладкий. В доме рядышком сидят круглые ребятки. Правильно, это загадка про горошек. Покажите малышу, что прежде чем стрючок появится на кустике, кустик цветет, а потом появляется стрючок. Пройдет совсем немножко времени, и вы увидите, что там созрели красивые, круглые, ровные горошинки. Посмотрите, какое чудо!